В Рио главы МРЛ Юрий Зайцев провел рабочую встречу с руководителем Кировской области Александром Соколовым. В ходе встречи, которая прошла в Яранске, стороны подписали соглашение об уточнении границ между двумя субъектами. Юрий Зайцев подчеркнул, что МРЛ и Кировскую область связывают прочные добрососедские отношения. У нас с Кировской областью самая большая по протяженности, почти 550 километров граница, 6 муниципальных образований. У нас приграничных, поэтому, конечно же, это на самом деле скорее, я бы сказал, такой вот жест дружбы, жест добрососедства, поэтому, фактически мы с Александром Валентиновичем формализовали наши дружеские и добрососедские отношения подписанием сегодняшних соглашений. Юрий Зайцев выразил уверенность, что подписание соглашения будет способствовать укреплению межрегионального сотрудничества и экономических связей между субъектами.